10 марта 2018 года, 21:31, футбол, ФНЛ, первый дивизион. Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Ротора» Волгоград 0-1 в матче 27-го тура футбольной национальной лиги. Команда провела два разных тайма. В первом у нас не получалось вообще ничего, в перерыве пришлось внести коррективы, и ход игры удалось изменить, считаю, на один гол мы наиграли, к сожалению, реализация снова подвела. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые ждут от нас побед. Мы осознаем, что ситуация непростая и надеемся ее исправить, цитирует Гунько сайт FNL. Шинник дома одолел Химки, Спартак 2 не справился с Ротором. Источник: футбольная национальная лига. Сообщить об ошибке. Комментарии 0-11 марта 2018 года, 10 марта 2018 года.